Интеллектуальное волонтерство обсудили на Петербургском экономическом форуме. На одной из площадок прошла дискуссия с участием Владимира Солодова, губернаторов других регионов, а также победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Они побывали в обучающей экспедиции по стране, общаясь с властями и местными жителями. На Камчатке активисты посетили Вилючинск и предложили несколько социальных проектов. В эти дни открылась первая социальный коворкинг на базе библиотеки. И в перспективе таких проектов на базе библиотек будет все больше по всей территории края. В этом же году мы активно работаем над преобразованием центрального проспекта Вилючинска в микрорайоне Приморский. И мы увидим визуальное воплощение тех идей, которые жители обсуждали с лидерами России во время работы. По мнению участников беседы, нужно сделать Вилючинск, как и другие города России, местом, в котором хочется жить и которым можно гордиться. Главная задача – вовлечь жителей в совместную работу. Новые проекты будут разрабатываться в лаборатории «Драйва» – команде, состоящей из инициативных горожан. Как только они начинают приходить на те места, которые отражены в тех же публикациях, или в тех же, и видеть, что действительно эти изменения произошли, что они действительно могут пользоваться теми благами или теми результатами проектов, которые мы делаем, они сразу меняются. Они сразу поднимают руку, говорят, а что, где я могу не просто поучаствовать и попробовать это, но и сделаться членом команды. Среди проектов, придуманных лидерами России и жителями Вилючинска, вместе новый городской праздник, фестиваль суровой романтики, который пройдет уже в этом году и будет приурочен ко дню города. Также активисты разработали градусник счастья, онлайн-сервис для оценки качества коммунальных услуг, медицины, состояния дорог и прочего, показатели которого будет отслеживать городская администрация. Информационное агентство «Камчатка».